Ну, я поздравляю всех ветеранов с этим удивительным праздником. Спасибо за то, что мы сейчас здесь стоим, находимся. Спасибо. Дорогие наши ветераны, очень хочется поздравить вас с вашим Днем Победы, потому что очень много вы потратили сил, здоровья на то, чтобы завоевать нам победу, для того, чтобы мы сейчас жили, уже многие поколения живут и радуются этому светлому дню, и мы вас помним, мы вас любим, мы вас очень хотели бы поздравить с этим днем и пожелать вам еще здоровья и еще долголетия. Ну, я поздравляю, в свою очередь, тоже ветеранов Великой Отечественной войны и благодарю их за их подвиг, за их пример, который они нам принесли своей победой, своим мужеством.